Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Сосед разрезал два пластиковых ящика и сделал из них полезную вещь для дома. Наш сосед – мастер на все руки. Из простых вещей, которые мы не замечаем или просто выбрасываем, он может сотворить настоящее произведение дизайнерского искусства. Недавно он попросил у нас два пластиковых ящика. Мне стало интересно, что же он на этот раз придумал. Результат меня просто шокировал. Он сделал из них настоящий аквариум и запустил рыбок. Потом сосед рассказал мне, как он это сделал. Шаг первый – создать каркас. Из первого ящика нужно вырезать переднюю стенку, та, которая длиннее. Потом замесить раствор цемента и песка в большой миске, окунуть туда лоскуты ткани и дать им пропитаться. Оберните стенки ящика этой тканью так, чтобы не осталось никакого просвета или щели. На дно ящика вылейте еще чуть больше смеси, размажьте ее кисточкой по стенкам изнутри, чтобы их укрепить. Следующий шаг – из второго ящика вырезать длинную часть, разрезав его вдоль. Потом сделать еще передний кусок и закрыть его, создав длинный узкий мини-ящик. По длине он будет таким же, как длина первого ящика, обложенного тряпками. Затем в нем делаются две перемычки, которые разделяют его на три отсека. Этот мини-ящик также надо обложить тряпками, смоченными в цементном растворе. Поставьте оба ящика застывать не менее суток. Шаг третий – это покраска. Когда две части высохнут, покрасьте их в любой цвет, какой захотите. Сосед выкрасил свое творение в белый, а потом тонировал голубым. Особенность такого изделия в том, что поверхность получается неровная и бугристая. Этот рельеф можно подчеркнуть при помощи любого цвета. И последний, четвертый шаг. К передней части большого ящика приставьте стекло, приклейте его со всех сторон герметиком. Лучше брать специальный герметик для аквариумов, он безопасен для рыб. Если сделать все аккуратно, вода не будет просачиваться через щели. Сверху на основной ящик нужно поставить узкий, в левый отсек провести трубку от водяной помпы и опустить в центральный. В него насыпьте фильтрующий дренаж и положите специальную губку. Верхняя часть просто устанавливается на нижнюю, но можно для верности скрепить проволокой. Остается только поместить в ящик грунт, растения, налить воды и запустить рыбок. Получится замечательный дизайнерский аквариум. Вода, поднимаясь по трубке, попадает в фильтр и сливается обратно. Сосед запустил несколько золотых рыбок, и они там прекрасно себя чувствуют. Такое изделие вы нигде не купите, это настоящее произведение искусства, а его себестоимость точно копеечная. Сделайте себе такой подарок, и ваши друзья и родные будут в восторге. А как проделанную работу оценили бы вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.